Приветствую вас, дорогие друзья. Очередная серия Ждурбана Кавдеева на повестке дня. Он со своим невероятно неуебенным кубом пытается пройти далее и обойти великую команду, в лиге. Да и пройти из группового этапа чемпионата. Заебись, я сказал. Его чемпионат, заебись. Ладно, что там у нас? У нас кубковый матч. Против кого? Так как я неведомо не знаю, кто играет в немецком чемпионате, я не ебу, кто это. Ну же, это Айнтрахт Брауншвейг. Фоман вызывает, чего он вызывает, очки вызывает. Это кто? Это наш юный голкиперишка. За скуку? За стыки вы шо? А, аренда, ну, можно, да. Можно в аренду его сдать, хай там матчик другой в Шахтере. Поиграю, поразвивается. Давайте побачим, как там наша команда. Прекрасно, команда готова. Сейчас сделаем вот так. Ведь я надеюсь, он потащит. А Фоман лучше, чем у нас, да? Однако. Но все хуже Хильдебранда. Что ж, давайте посмотрим, как закончится этот наш матч. Так, one second. Окей, попробуем поиграть по второй сегодня расстановочке. Чего мы увидим, я надеюсь увидеть победу, ну, пускай ее, вторую расстановку мы применим во втором тайме. Хоть и кубковый матч, я все равно поставил основу, ведь я довольно-таки давно не играл, Professional Soccer, и попытаюсь приграться, так сказать. Что ж, поехали, Салашка, назад, Ботенг, Сисоко, пас вверх, подключаем Маого, попытаемся сыграть в стеночку. Получается, но мы прекратим нашу атаку, пустим Дракслера, зашибись пустили. Врачинич, Чевранкич, Вранчичич, господи, хуй прощешь. Джованни Аугусо. Соку, красава, красавела, Ботенг, ай, офсайд, к сожалению, офсайд. Неплохо так открывался Савай, но... Ничего с этого не получилось. Даган, закидка, очередная, Сисоко справляется, но партнера близко не оказалось. Не оказалось, но их перекрыли. Джованни Аугусто, офсайд. Искусственный офсайд, скорее всего. Красавцы, защитники, молодцы, Учира. Пас направо, Балой, по флангу пускаем, Фарфан, пускаем его... к сожалению, закидка Фарфана не удалась, но Савай не так прост, как кажется. Ботенг, я хотел отдать пас, но Ботенг строил какую-то хуебню. Предлагаю принять групповой прессинг, а не групповое избиение, как только что произошло. Эля Буэ, в общем, Эва, ты будешь, я буду звать тебя Ева, Ева, бля. Подача, Кумбела, Хильдебранд, слава богу. Мяч пролетает в считанных километрах от ворот. Хильдебранд. Филиппе Сантана. Огу. Опа. Нежданчик, да. Сисоко. Пас на Дракслера. Может быть... Может быть, действительно, Савай слишком медленен он в этом эпизоде. Слишком пас... Бля... Хаштемоха. Калигури. И Элла Белла, красава вообще, Хильдебранд, фиксация. Четкая, надежная фиксация. Вот что требуется от моего вратаря. И он это делает. Филипп Сантана. Ауго. По правому флангу пускаем Дракслера. Дракслерок. Ботенг, Савай и атака в говно. Калигули, Вракинич. Дракслер, отрабатываем в защите. Фарфан назад. Учида. Буатенг, зажали свиньи. Давай, Савай. Саваюшка, Саваюшишка. Дракслера зажал, и к сожалению.
Во-во-во-во, не позволить, бовой, жми, жми, бовой, жми, бовой, бовой отыгран. И опять мячик пролетает в опасной близости от наших ворот. Это означает, что очередной удар команды их не встречается нашим ударом. У нас вообще ни хера не получается, что за херня. Я не думал, что все так будет плохо в этой переигровочке. Фарфан, Фарфан, до чего все нормально. Назад, Ботинг, пробить как раз не удалось. Жеванием. Бовой, бовочка. Твою налево, Кумбела. Какой быстрый, однако, нападающий. Ух, отскочили. Дракслер, Сантана, Дракслер. Ого. Прям Фангу. Надо и помощь. Совай. Блин. Ну беги, Дракслерок. Ну чё ж ты остановился? Чего ж ты, ёб твою, остановился? Элла Белла. Джованни. Бовой на месте. Да и ничего там быть не могло. Совай, давай. Совай, ты ж мастер дальних ударов. Сбили, Совай. Ну, судья, скотина вонючая. Неплохо получилось. К сожалению, вот Совай еще юн. И да, вот видите, сбили. Удар получился неточным. И все. Атака накрылась медным тазом. Доварим. Дракслер. Вот, нет. Карелла. Или Карена Сисоко, к сожалению, прорыв, опорная зона, страхуя защита, Фарфан, можно в стеночку сыграть, Фарфан, ускоряемся, молодец, Фарфан, ну, стеночка произошла не так, конечно, я думал, но Фарфану, ну, нужна помощь, судья, фиксация фо, Ниспас, мужчина, Фарфан, умники, да? Да, умники. Я хотел сделать финт, но, к сожалению, не удалось. Мне ничего из этого вынести, Элла Белла. Какое сражение сейчас. Ну, финтер, однако, минус 3 одним минус щит, минус 5. Минус 5 одним финтом. И опасный удар, опять-таки, в близости от ворот. И просто штурмуют, ебут в задницу мою команду. Я вам, блядь, в перерыве вставлю, суки. Сисоко... Сука, что же делать-то, а? Нифига не получается, мои команды. Все перекрыто, или пасы куда-то идут, или что-то еще. Учида, Фарфан, давай. Кенприс, Ботин, Дракслер, давай, совай, давай. Ай, офсайд. Нет, фо, дорогие друзья, фо, а это штрафной. А как мы знаем, штрафные исполнять мы можем. Применим тактику двойного удара и пробьем. Удар! В стеночку, к сожалению, попадает удар. И ничего полезного из этого не получается. Фарфан, подача угла. Фарфан, бой. Ничего не получается. Сисока, ну ты мог вступить шаг вперед, но ты что не сделал, подуй ты. Элла Белла, Джованни, тем не менее первый тайм заканчивается, и я что-то как-то встревожен, ведь там куча атак в опасной близости от моих ворот, а у меня как раз таки нихуя. Кен Принц. Сисуку. Фарфан, подключить бы сейчас Учиду по правому флангу, но нет, его нет, его просто нет. И Dreamstar Pass от Фарфана, и в общем я решаю... Ставит таки вторую тактическую схему. Я еще под занавес пропущу, да? Не. Учида. Ай-яй-яй. Ну че Учида бежит до своего мяча, ковыть сока так близко одновременно. Все. Перед тайм кончается. Я очень недоволен. Я вообще ноль моментов походу заорганизовал. Практически. Идем тактическое нападение. Выдвигаем свою атакующую зону вперед и действуем довольно-таки жестко. Врака-вака. Бека-века. Крац. Ну, хоть чью-то фамилию могу выговорить.
Перхель. Будем тебя звать Перхель. Пельмень. Джованни Аугусту. Прекрасная закидка. Но почему у меня такие закидки не проходят? Ауго спасает команду. И Гильдебран. Учида, Сисоко. Господи, как... Как меня сейчас ебут в задницу. Савай, Буатенг. Давай! Ну что за... Что за блядская ебаня? На правом фланге, Фарфан, спокойно. Можно было... Но не, я сделаю кучу хуебню. Буатенг. Ты быстрее забегать не мог? Ты должен был бы нам всю бить, как... Вот скотина вот та. Пиздец, конечно. Супер... Супер атакующие действия от моей команды. Вот в защите... Подстраховка идет, ну конечно же, ну, все пасы блокируются, все атаки идут на нет. Дракслер, ну и тут даже здесь пас Дракслера не увенчался, он мог отдать ниже, но не, сделай кучу хуйню, конечно же, это ж в стиле Шальки 04. Давай. Пенальти. Без... Прикословно пенальти. Конечно, я хотел бы гол. Я мог и здесь пробить, но... Ну что ж, пенальти. Буатенг. Кевин Принс. Правая девятка. Все четко. 1-0. Давайте посмотрим. Прекрасное исполнение удара Кевина Принса. И под самую перекладинку мы заебываем мяч. Что меня не может не радовать. Кюмбель. Звание Аугусто. Вракинич. Белоеба. Крац. Опять он накрафтил себе ошибку. Савай опять сбивает. Нет, здесь судья ничего не видит. Доварим. Пельмень. Крац. Джованни Аугусто, Джованни, по левому флангу, финты. А ты попробуй моего Учиду наебать, моего японского друга. На чё ты не получится. Фарфан. А подключаем, одно касание. Фарфан, прекрасный пас, если здесь нет офсайда. Здесь нет офсайда. А что, здесь был офсайд? Нет, все-таки момент с Учидой был офсайд. Жаль. Искусственно они сделали. Выпустим нашего быстро ногого сы. Я так думаю, Савай уже свое дело сделал. Пенальти заработал. Молодец. Ботенг. На Фарфана. Там ну слишком уж херово стоял Абасы и не забегал вообще ни хера. Лопуха, лопушок. Перхель. Кажется, такая марка для отбеливателя. Перхель или я. Или мне изменяет память. Но Абас имеет опаснейший шанс. Твою мать, твою ж налево. Вин мог поховать команду, но вин дав ей шанс. Интрио, так сказать, Кевин Принс, к сожалению, не пробил он головой, так. Так, не допускать ошибок. К сожалению, пас в офсайд, и слишком сильно, и, в общем, слишком я поторопился, Доварим, вот, длинный, на Сисоко пас, Вуинич, Фарфан, пытается отобрать, отбор происходит, быстрая контратака, вот. Вот что я люблю быстрое контратаку, смещением в штрафную, четким пасом и мгновенным ударом с блестящей точностью. Переведем. Аого. Ху-ху-ху-ху. Опасно мы сегодня играем. Дракслер. Разворот. Ментовский разворот. И мяч выйди в аут. Выйди, пожалуйста, спасибо. Аого.
Дракслер прессингует. Прессингует, Аога, пускаем по флангу. Буатенг. Амасы, к сожалению, прикрыли лавочку для него. Не смог он пройти. Калигула. Аога, прекрасный подкат. И балой, балой, балой. Опорник прекрасно действует, его сбивают, здесь ничего не видит судья. Аого, прекраснейший матч у него сегодня. Фарфан, закидочка, Абасы, давай, ты быстр, ты мощен. Давай, пробей, забей, молодец, все, 2-0. Прекрасно, прекрасно, атака. Прям в стиле Шальке 04. Нынешнего Шальке 04. Пас. Пас, закидка, слишком сильно довольно, ну, в общем, идеальная закидка, я хочу сказать. Что-то я затупил, блядь. А так все прекрасно, все зашибенно. Кумбель. Вракинич. Но я снижать свою атаку не буду, я буду постоянно держать их защиту под прессингом и балой, 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 малой, балой, твою мать, Учина или Гильдебранд. Ауго, ауго, все. Ауго, Учина, молодцы, молодцы. Отбились. Давай, басы. Быстрее, давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй. А если бы ты мог немного выбить мячик перед собой, потом ты по скорости бы их обогнал. Ах, жаль. Учита просрал момент, но попытается справиться. Фоу, опаснейший фоу. 5 минут до конца матча. Если забыть штрафный, перехватить мяч и сделать опасную контратаку, то вся команда может сыграть ничью. Стеночка надежна. Сегодня молодцы, ребята. Еще один опаснейший угловой. Тоже можно заработать Аого. Хильдебранд, молодец. Акен приз Буатенг. Ай, бежи твою налево. К сожалению, ничего не получилось, но... Дракслер, Дракслер, давай, Дракслерок! Ай! Не хватило ему скорости догнать мяч и... Просто опасную контратаку провести, но ничего страшного! Молодец, Дракслер. Отыгрываем. Отыгрываем, прессингуем. Заставляем ошибаться. Филипп Сантана. Дракслер. Сквозный пас. Кстати, херовый сквозный пас. Соко, подкат. Флип Сантана отпустил его. Тут Балой и Сантана. И, в общем, ребят, разбираются. 2-0, уверенно. Очередная уверенная победа. Шальке 04 уже в кубку. В другом круге. Лучший игрок матча Фарфан. Респект ему. И что же мы видим? Видим, Фрайбург победил Нюрнберг. Франкфурт обыграл Штутгарт 3-0, Аугсбург Вольсбурга 2-1, Хоффенхайм минимально, так же как и Байерн, одолел Энергии Котбус, Боруссия проиграла Дрездену Динамовскому, а Боруссия выиграла у Гройтер Фюрт. Также стоит напомнить, что Бавария вылетела еще в первом круге. И матчи четвертьфиналов, да, четвертьфиналы. Аугсбург, Шальке, Франкфурт, Фрайберг. И Боруссия, Дрезден, Хоффенхайм, Леверкузен. Следующий матч уже будет потом. В следующих эпизодах. Спасибо, что смотрели. Спасибо за то, что присутствовали во время этого фуч. Все-таки зря его не выкинул, все-таки его можно предкупить. Так, тоже в аренду, ну тоже я с радостью продам эту лавку. Денежку только себе подкоплю. Что ж, следующий у нас матч будет с кем же, мне интересно. С Dreamstar командой какой-то, я уверен. Ну же, я вижу, как ты их тренируешь, молодцы. Аого, давай, резче, резче. Алкаш несчастный.
Да ладно, шучу. Ты лучший, ты звезда, ты лучший игрок прошлого матча. Если не Фарфан. Айнтрахт Франкфурт. 11-я игра в лиге в нашей. Эта команда ничем сильно не отличается. Лишь Барнетта, да. Знакомый нам Барнетта. И честно говоря, я никого уже не помню. Спасибо, что были со мной, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Любите Ждурбана, любите команду, будьте лучшими. Всем хорошего, пока.